Что мне надо приобрести? Вот, товар, пробейте мне. Я не буду приобретать. Не будете, вы отказываете в обслуживании, да? Она имеет право. Не имеет она права. Вы женщина, если вы не знаете, я знаю лучше вас. Да, конечно. Ну что, пробивать будем, кассир? Что вы убежали? Ну, предоставьте маску. Согласно постановлению правительства. Представляете? Женщина? Пожалуйста, пробивайте. Отказываете в обслуживании? Отказываете в обслуживании, да? Пробиваете? Нет? Или я так, беру и пошел? Я беру и пошел? Не, мне такой побольше есть. Девушка, вы будете брать деньги за товар? Я не отпустил еще предыдущих покупателей. Родите. А, хорошо. Я перед ней только. Ведется видеофиксация вашего правонарушения. Я вам объясняю еще раз. Какое у нас правонарушение, молодой человек? Обслуживание. Здравствуйте. Какое у нас правонарушение? Ну, понятно, да? Все плохо понятно. Знаете, да? Обслуживать вас не без маски никто не будет. Предоставляйте. Согласно постановлению правительства, обязаны предоставить. Нет. Да? Нет. Вы отказываетесь предоставлять, да, людям? Отказываемся. Да? Что мы не молодцы. Ну, молодцы, я рад за вас. Ну что, продавать будем? Ты нажимала экран? Да. Ну, пробивать будете, девушка? У меня чек открыт, у меня предыдущий покупатель еще не расплатился, надо чего. Максим, не смешно. Не, народ смешит. Уже, уже юридически будут сейчас дальше дела, последствия для всех. Предоставьте на основании чего вообще отказывает магазин. Предоставишь? Предоставь на основании чего отказывает. Давай. Любой указ губернатора должен быть с подписью, с печатями, заверен должным образом. Давай посмотрим, где у нас подписи и печати. Где там подписи и печати? Покажите хоть одну мне. Подписи и печать. Пожалуйста, подписи, печать. Ну, а он заверен должным образом? Конечно. То, что это копия, копия или что-то. Это можно так, сказать, то же самое все сделать. Магазины должны пойти к нотариусу. Должны должным. Любой документ должен быть заверен должным образом. А на каком основании ты мне предъявить свои документы? Ты юрист. Я не должен здесь предъявлять что-то. Я на правах потребителя нахожусь здесь. И на правах потребителя вы мне не имеете права отказать в обслуживании. Не должно быть никакого нотариального заявления, то есть, никакой. Ладно, печати. Книгу жалоб вашу. Документы есть, все. Книгу жалоб надо. Ждем охрану. Да при чем тут ждем охрану? Есть книга жалоб должна быть у вас. Вы не при по первому требованию покупателя не можете ее предоставить, да? Опять же, книга жалоб должна содержать ручку в том числе. Можно заберите покручку? Да забирайте, забирайте. А вы свой, пожалуйста, не выносите из магазина. Да я не выношу. Территория магазина где заканчивается? Я не выносил. Во, я ж не ушел. Я вообще на территории.